Приветствую вас на канале Вика Пешвер, вязание крючком и спицами. Сегодня у нас новая распаковка пряжи. Сейчас нам понадобятся ножницы и посылочка. Она не вмещается полностью в кадр, но верьте, это целая посылочка, я ее сама еще не открывала. Сейчас открою ее ножничками, и мы посмотрим, что же там пришло. Та-да-да-да-да-да. Так, вес посылки где-то был, но здесь не напечатали. По-моему, около 2 килограмм. Итак, начинаем. Страшно что-то порезать, она очень плотно запакована. Опс. Конечно же, я тот человек, который режет посылку прямо посерединке. Как же еще? Потому что чувствую, что здесь какой-то изгиб. Видимо, два пакета. Ссылочка. Режем скотч. Не знаю даже, как подступиться к ней. Думаю, где-нибудь сверху подрежем. А, тут прям пряжа уже страшно. Страшно порезать. Так. Ой-ой-ой, какая красота. Я прям вижу. И она прям плотно в пакете. Главное не порезать. Ой-ой-ой, смотрите, какой зелененький, классный. Так, сейчас еще чуть-чуть подрежу с другой стороны, чтобы было легче вытаскивать. Накладная была. Ника ее порвала. Не каждый магазин кладет накладную. В этом магазине кладут. Это melange.kz. Магазин Меланж. Угу. Тут произошла одна замена по цвету. Меня предупреждали. Так, буду смотреть. Угу. Ой, красота. Красота, ребятки. Просто. Просто. Просто красотища. Ой. 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 Просто вау! Вау, классно! Ой-ой-ой-ой-ой, как классно! Ай, какие цвета вкусненькие! Я просто молодец, когда выбирала их. Ой-ой-ой, прям мне нравится. Так. Итак, в этой посылке только пряжа. И сейчас более подробно. О каждой убираем. Ух. Ух. Итак, здесь должно быть, наверное, по фирмам пойду. Должно быть два мотка Lana Lux 800, белый и черничный цвет. Alize Lana Lux. Так. А, это не Alize, господи. Итак, первые в списке это Himalaya Lana Lux 800. Два моточка. Белый и черничный. Но он более светлый на самом деле. Намного светлее, чем на видео. Так, ну белый цвет у него номер. Так, вот этот, видимо, номер 74601. Так, а у черники цвет 74625.
Так, это у нас 50% шерсть, 50% акрил. Метраж 800 метров в 100 граммах. Очень тоненькая пряжа. Люблю такую тоненькую пряжу. Так, рекомендуемые спицы 3,5. Так, крючок не прописан. Ручная стирка, ну и прочие прелести. Класс, класс, класс. Из такой пряжи я не вязала, пока она у меня ассоциируется с Ланой Голд 800. Именно по тонкости. И давайте тогда следом Лана Голд посмотрим. Так. Так, Ализе Лана Голд 800 я тоже взяла два цвета, белый и чернильный. Вот этот намного светлее на самом деле, но вместе они темные смотрятся. Так, Ализе Лана Голд белый и чернильный. Так, Ализе белый — это 55 цвет, а Ализе чернильный — это 590. Так, конечно, тоже метраж здесь, кстати, метраж. Первый раз обращаю внимание, что оказывается здесь метраж не 800, а в 100 граммах 730 метров. 800 ярдов. Ярды, да, наверное? Yes. А если в метрах, то в 100 граммах 730 метров. Хо-хо! Вы знали это? Так, состав 50% акрил, 49% шерсть. Спицы рекомендуемые 2-4, а крючок 1-2 мм. Так, ну это вот как раз схожий комплект. Но сразу скажу, что вот этот чернильный намного светлее. Даже не знаю, какой цвет подложить, чтобы он больше смотрелся светлым. Оно ближе, больше серого, когда он сразу посветлее. Так, вот такие вот 4 моточка. Убираю их пока сюда. Так, наколен 5. Наколен, наколен. Это просто, просто бомба. Так, наколен 5, наколен 5. Такой и белый. Белый универсальный. И в последнее время всегда беру белый в комплекте к цветным, потому что и заказы больше из белой пряжи, и миксовать белый можно совсем, поэтому белый беру. Так, Нака Наколен 5. Нака Наколен. А, ну правильно, да, фирма Нака. Наколен 5 пряжа. Немножко какие-то разные упаковки. Тут с цветочками, а тут с красным. Здесь с красной каемочкой. Сейчас сверим. Итак, белая пряжа и коричневая. На сайте было прописано так. У белой пряжи цвет номер 208. Так, у коричневый цвет номер 700, а нет, номер 5195. Так, состав 50% акрил, 49% шерсть, так же как Ализе. Рекомендуемые спицы 3-3,5. И рекомендуемый крючок номер 2. Угу. Так, метраж 500 метров в 100 граммах. Чуть-чуть потолще. Это коричневый цвет, но смотрится каким-то черноватым. Опять серый подкладывать.
темно смотрится. Так, и с другой этикеткой сейчас посмотрим. Оранжевый цвет номер 6963. Желтенький цвет номер 3052. Так, состав такой же, метраж такой же. И рекомендуемое все такое же. Ну, видимо, просто разные этикетки. Такой вот, цветочками. И такой же наколен с каемочкой. Красота. Тут у меня уже коллекция собирается. Так, Ангора Реал 40. Два моточка. Ангора Реал 40. Это ту, которую я боялась порезать. Она лежала с краешка. Два моточка. Один белый. Ой, это я не тот взяла. Думаю, другой серый. Почему-то он зеленый. Так, один белый, другой серый. Уже вязала с этой пряжи. Тоже популярная. Симпатично смотрится в изделии. Имеет такой пушочек. Ну, достаточно симпатичная для вязания. Так, Ангора Реал 40. Беленькая, цвет 55-й. Серенькая, цвет 87-й. Здесь у нас состав 60% акрил, 40% шерсть. Спицы рекомендуемые 2,5-5. Крючок от 1 до 4. Вот такая симпатяшка, пушистик. Так, идем дальше. Идем дальше. Тогда, может, и этого пушистика посмотрим. Где он? Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моточков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моточков. Переворачиваю. И. Так, Ангора Special New. Alize Ангора Special New. Это вот этот зелененький. Кстати, с серым вообще. По-моему, я взяла на попробовать, насколько она колючая. Но, в принципе, чуть колючее, чем Реал 40. Чуток. Но не такая колючая, как я брала, по-моему, Kid Mohair. Очень синтетическая, очень колючая. Это такая с средней колкостью. Даже рукой я чувствую ее колкость. Так, приберем, чтобы не мешало. Здесь у нас цвет 612. На сайте было написано салатовый. Но он не так нежный, больше такой светло-зелененький. Салатовый для меня как-то поярче, мне кажется. Ну, в принципе, да, салатовый. Так, метраж 550 метров на 100 грамм. Состав 60% мохер, 40% акрил. Рекомендуемые спицы от 3 до 5. Крючок от 1 до 3. Ну, это вот пряжа на пробу, так скажем. Так. Еще у меня две симпатяшки. Это Alize Lana Gold Fine. Цвет пудровый. И гнилая вишня написано было. Но я его назову фиолетовый, может быть, бордовый, можно сказать, такой. Ну, немножко вишневый, баклажановый. В общем, кто как увидел. Так, Alize Lana Gold Fine. Так,
состав 50% акрил, 49% шерсть, метраж 390 метров на 100 грамм, рекомендуемые спицы 2,5-4, крючок от 2 до 4, и цвет вишни этой 307, и цвет пудровый это 161. Классные, классные моточки, мякишечки. Так. И пряжа Нако Аляска. Это я взяла для одной замечательной кофточки. Очень мягкая. Первый раз буду вязать с такой. Хотела другой цвет, слоновой кости, такой бежево-молочный, но он закончился, поэтому перезаказала на серый цвет. Здесь какой-то такой даже блеск есть небольшой, именно который пух, как будто пух пряжи, он блестит. Так, ну давайте к составам. Так, этот цвет... Этот цвет номер 194. Рекомендуемые спицы 4-4,5, крючок 4,5. Ну, она выглядит толстенько, но на самом деле она тоненькая, если ее сжать. Так, метраж 200 метров на 100 грамм. Ну, она пушистая, да. Ну, в принципе, посмотрим, что из этого выйдет. Итак, это все, что у меня здесь получилось. Хочется все уместить. А как же вишня? А как же мой зелененький? Класс! Класс, 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 моя пряжа. Ну все, на этом мы с вами завершаем наше видео. Я пошла вязать. Пока-пока.